Главные герои дня – те, кто решил связать свою жизнь со словом в любом его проявлении – филологи, журналисты и педагоги. Причем уже дипломированные специалисты. Каждый из них в этот день закрывает еще одну важную главу жизни и начинает новую под названием «Путь профессионального становления». Наши студенты показывают свои знания не только в учебе, но и в других направлениях деятельности – науке, творчестве, спорте и общественной деятельности. Еще раз это подчеркивает то, что они самодостаточны, они развиты в разных сферах деятельности. Свои дипломы в этот день получили бакалавры и магистры. Кто-то из них продолжит обучение уже на других ступенях высшего образования. Другие с головой уйдут в профессию. Но можно сказать точно, что абсолютно у каждого выпускника останутся теплые воспоминания, связанные как с родным филфаком, так и с университетом в целом. Активная студенческая жизнь, студенческие отряды. А также очень понравились поездки по учебе. Нас вывозили в разные места, где мы повышали свою квалификацию. А еще тарталетки с буфета. В университет мы же приходим все по любви и выбирая сердцем. И университет показал, что я сделала правильный выбор. Эти 4 года были далеко не только ради диплома, а ради того, чтобы заново научиться читать с научной точки зрения, для того, чтобы влюбиться в каждого преподавателя нашего филологического факультета, для того, чтобы развиваться и получать мягкие навыки для профессионального развития. А профессиональное развитие невозможно без опытного наставника, который будет готов не только поделиться своими знаниями и опытом, но и сможет поддержать в трудную минуту. Именно поэтому в ответ на добрые напутствия и пожелания выпускники благодарили преподавателей за совместные учебные годы. А так как филологи – люди творческие, то и благодарности были оригинальные. Из стен родной «Альма-Матер» в этом году вышло 95 дипломированных специалистов-филологов. Причем у 38 из них цвет корочки красный. В их числе и я, Анастасия Кулагина. Отвечая на вопрос, что дал мне университет за 4 года обучения, могу выделить не только яркие впечатления и профессиональные навыки, но и любимую и интересную работу. Анастасия Кулагина, Сергей Соколов, «Народные новости».